Одна из популярных радиостанций отметила день рождения. Это был тот самый случай, когда подарки получал вовсе не именинник. Подробности в нашем материале. Радио 107 отмечает свой 19-й день рождения. За последний год многое изменилось. Расширилась территория вещания, появились новые программы и проекты. Станция выросла в современную мощную сеть вещания, которая не ограничена аудиторией Краснодарского края. 19 лет для региональной и местной радиостанции – это на самом деле очень много. Это очень солидный возраст. И очень трудно, что мы смогли остаться независимыми и не только сохранить локальное вещание здесь, в Краснодаре, но и выйти еще за пределы нашего замечательного города. Свой день рождения главная хитовая отметила большим концертом ТРК «Азмол». 3 часа слушатели радиостанции танцевали вместе с «Радио 107», подпевали хитовым артистам, выигрывали подарки, вместе создавали арт-объект «Картину» и поздравляли любимую радиостанцию из мобильной студии «Капсулы». Одновременно 107 счастливчиков пытались поймать удачу за хвост и выиграть главный подарок – поездку в страну мечты. Для этого нужно было поучаствовать в суперквесте. В итоге к финалу пришли трое. Они соревновались в географических знаниях и в скоростном сборе чемоданов. Это и определило победителя. Мы приехали сюда с ребенком. Как-то, наверное, ее развлечь немножечко. И, естественно, когда мы пришли, милая девушка к нам сразу подошла, сказала, давайте зарегистрируемся. Ну, безмерно счастлива, мне очень не верится. За 19 лет «Радио 107» стало популярным и узнаваемым благодаря своим теплым эфирам, актуальным новостям и по-настоящему хитовой музыке. По данным исследований, радиостанция стабильно удерживает лидирующие позиции – 5 лучших станций Краснодара. Хочется от всей души поздравить радиостанцию, а самое главное – слушатели, которые на протяжении всех этих лет вместе с радио дарят радио свою энергию, и радио заряжает их позитивом. «Радио 107» благодарит всех партнеров, которые приняли участие в этом мероприятии.